Всем привет! Сегодня ночью у нас был сильный дождь, а вот потом утром появился вот такой сиреневый туман непонятный и запах такой непонятный. Воздух, наверное, что-то выбросили. Вот. Видимость очень плохая. Обычно у нас отсюда даже церковь видна в обычные дни. А сегодня ее что-то не видать. А вдалеке вот, в тумане. Видно. Вот. И Волга даже очень хорошо видать. А сегодня туман. Невозможно на улице находиться и дышать этим воздухом непонятным. Вот. Как-то так. Вот все у нас в тумане. Всем пока!